Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло. Пробудиться, будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магма жжет. Взрыв энергии не померкнет на пути. Солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем, имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Медведь просыпается, когда щепки летят. В предыдущей серии Ксандр и его друзья отправились в Desert Stone City, где были замечены резкие колебания энергии. Там их встретил Арла и другие слуги Абадона, которые хотели отнять их скричеров. А Ринго удалось пробудить Wildfire Line, нового скричера. Санблейстак, скричер трансформация! Давай, Санблейстак! Хорошо! Быстрей, быстрей, быстрей! Airstrike Eagle, вперед! Hellfire Tiger, быстрей! Дожми до победы! Я не хочу проигрывать брату! Повышена скорость, маневренность, Hellfire Tiger! Идеальное приземление! Извини, доктор. А? У тебя закончилось место в тетрадке. Давай принесу тебе новую. Не спеши, тут еще есть место. Доктор Холмс, ну ты жмот! Если нужна тетрадка, у меня их там целая куча. Спасибо, Ринго. Я просто хочу сэкономить бумагу. У меня есть чистые тетрадки. Бумага же дешевая. Зачем ее экономить? Для производства бумаги обычно рубят деревья. И тратить бумагу значит расходовать лес. Он прав. Я использую бумагу со всех сторон, чтобы сберечь лес. Внимание, внимание. А? А? Что это? В лесу Пиа замечены всплески энергии. В лесу? Но тут же нет ни одного дерева. Лес Пиа один из крупнейших в мире. Но это выглядит как пустыня. Кто-то снова навредил природе. Колебания энергии. Значит, явился еще один наш друг. Ясно. Найдем нового скричера. Летим в лес Бия. Лорд Абадон, там же нет ничего полезного. Зачем мы туда летим? Лорду Абадону нужно много древесины из леса Бия, чтобы восполнить нашу темную энергию.
Все так. Аккумулятор полностью разряжен. Отправляйся в лес Био и сруби там как можно больше деревьев. Для темной армии нужно топливо. Возьми ее с собой, чтобы добыть больше энергии. Почему я? Почему? Я много сделал для тебя. Теперь изволь потрудиться для меня. Что? Неужели здесь правда был лес? Теперь здесь точно пустыня! Когда-то здесь был зеленый лес, но на то, что осталось, смотреть страшно. Ксандр, что скажет глаз Арканы? В результате вырубки деревьев разрушается зеленый покров, а это ведет к эрозии почвы и гибели экосистемы. Так происходит обезлесенье, превращение леса в пустыню. Зла не хватает на вредителей! Что же нам делать? Но ведь можно посадить деревья. Они вырастут, и тогда здесь снова будет лес. Так просто? Подобное дерево растет 30 лет. А вырубить лес можно за несколько дней. В почве осталось совсем мало питательных веществ. Деревьям будет трудно прижиться тут. Я могу попытаться исцелить местную почву. Правда, Санблайстак? Да. Энергия солнца восстановит землю. Но одних моих сил не хватит. Чтобы вернуть жизнь деревьям, нужен скричер с энергией воды. Скричер с энергией воды? Вам уже знаком Айсбер? Такой большой? Как нам найти Айсбера? Колебания энергии. Колебания энергии. Отлично! Похоже, глаз Арканы засек местоположение Айсбера. Он здесь. Вот только как туда попасть? Смотрите, есть два пути. Тогда чего же мы ждем? Вот самый короткий путь. Стартуем немедленно. Точно! Постой! Что такое, Александр? Есть еще вопросы? Эта дорога опасна. Мне кажется, нам лучше выбрать другую. Вообще-то, Ксандр прав. Длинная дорога и безопаснее, и удобнее. Ну, знаешь, идя по длинной дороге, можно и не найти Айсбера. Лайтнинг Игл, я тоже хочу скорее найти Айсбера, но безопасность превыше всего. Прости, Ксандр, я не могу ждать. Ксандр, веди остальных по безопасной дороге. А я поеду коротким путем и найду Айсбера. Встретимся позже. Лайтнинг Игл, это опасный маршрут! Ксандр, скажи, что нам теперь делать? Нельзя отпускать Лайтнинг Игла одного. Что-то здесь неладно. А что, Эрсквейк Мамонт? Точно не знаю, но надо быть осторожней. Да. Да. Давайте найдем Лайтнинг Игла. Что, если наш товарищ уже в беде? Да. Я иду на помощь! Лайтнинг Игл, как ты? Теперь я в порядке. Ксандр, а вы что тут делаете? Мы боялись, что ты в беде, и пришли за тобой. Лайтнинг Игл, мы напарники, поэтому и решение принимаем вместе, сообща. Ксандр, ты прав. На этот раз я не подумал. Больше не буду убегать один. Я буду держаться с вами. А? Что? Кто здесь? Вы! Вон из леса! Что? Это коренные жители этого леса. Они решили, что мы захватчики. Mm-hmm.
Мы узнали, что в лесу энергетический кризис, поэтому и пришли сюда. Мы не желаем зла. Вон отсюда! Яша, что нам теперь делать? Рев пилы! Кто-то вырубает лес! Надо проверить. Остановитесь, чудовище! Это же теневые гиганты! Выходит, это они орудуют в лесу. Валят деревья, превращая лес в пустыню. Вот негодяи! Мы не дадим рубить лес, пока мы здесь! Ринга, дай-ка я! Скричер, трансформация! Поворот, трансформация! Файерлайн! Сандер, в такие моменты и нужна команда. Скричер, трансформация! Поворот, трансформация! Лайтнинг Игл! Мы разберемся с монстрами. Вы справитесь! Удачи! Вайлдфайрлайн, разберись с гигантами! Давайте, идите ко мне, злодеи! Кто на меня, жестянки? Бегите! Скорее! Оставьте их нам! Ратник Игл, давай, задаем! Прекрасно! Благодаря тренировкам у Лайтнинг Игла прибавилось сил. Вайлдфайрлайн, наша очередь! Гони сюда! Трансформация! Урон, трансформация! Лайтнинг Игл, ты как? Я цел.
Медведь! Что? Медведь? В каком смысле? В лесу часто ходят медведи. Наше племя верит, что медведи злые. Но он не медведь. Вы, ребята, очень странные. Юноша, это мой напарник, Айс Бер. Мы скричеры, и мы защищаем энергию Земли. Скричеры. Скричеры. А? Айс Бер. Скричер с энергией воды. Может прорвать фронт врага. Очень силен в обороне. Похоже, Айс Бер потерял память, как все остальные, как Лайтнинг Игл. Доктор Холмс, сможешь его починить? Конечно, но пока он в таком состоянии, он этого сам не хочет. О, нет! Поворот трансформации! Lightning Eagle! Ну вот, он удрал! Я виноват, я упустил его. Ксандер, глаз Арканы может определить положение Айсбера? Его энергетический след исчез. Это печально. В таком большом лесу разыскать Айс Бера будет сложно. Пока он не ушел из леса, мы обязательно его найдем. Обязательно найдем. Как же нам его искать? Лес очень большой. Я знаю. Что ты знаешь? Ты знаешь, куда сбежал Айс Бер? Медведь, Айс Бер всегда прячется в чаще леса. А? Если появится монстр, рубящие деревья, то он покажется. Он несет стражу. Стражу? О, да. Каждый скричер чувствует свой скричер-диск, так что Айс Бер несет стражу у своего энергетического диска. Хорошо, пойдемте же скорее внутрь. Но как же туда попасть? Я могу вас провести? Я Джента. Я Ринга. Очень приятно. Ниже. Еще ниже, поэнергичнее. Ай, за что ты? Босса, тебе больно? Я вообще-то отдыхаю. Ты мог бы помолчать? Получи такую травму, посмотрю, как ты помолчишь. Ну, болван. Что там такое?
Только не говорите мне, что эти дрянные мальчишки явились в лес за новым Скричером. Босс, а помнишь, как в прошлый раз они нашли Скричера на фабрике руды? Может быть, снова? А? О чем ты говоришь? Что еще за новый Скричер? Босс, похоже, в лесу обнаружили нового Скричера. Так значит, мы должны его перехватить. Не спеши. На этот раз расставим на них сети. Пусть понервничают. Арла! Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Ганджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.